вспомнили о погибших и пострадавших на Чернобыльской АЭС. Митинг в память о саратовцах, участвовавших в ликвидации последствий атомной аварии, прошел у монумента, защитившим от атома. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику. Напомню, взрыв на Чернобыльской АЭС произошел 26 апреля 1986 года. На помощь местным спасателям, военным и простым жителям отправились 4000 саратовцев. Тогда 280 семей потеряли кормильцев. Инвалидами стали более 600 человек. По словам министра области, жители страны и региона должны помнить о самой жуткой техногенной катастрофе и сделать все, чтобы подобное не повторилось. Сегодня мы встречаемся еще раз на этом месте. Но не только для того, чтобы наша память была такой охранной или сохранной памятью, для того, чтобы это не повторялось, но и для того, чтобы еще раз сказать добрые слова в память тех, кого сегодня нет. Вечная память тем, кто уже сегодня не с нами. Низкий поклон вам за ваш гражданский подвиг, за ваш труд во имя людей.